Когда меня спрашивают, с чего надо начать, я всегда говорю, начните с себя. Элементарно, с твоего внешнего вида, как ты себя чувствуешь, как ты выглядишь. Потому что встречают по одежке, и первое впечатление невозможно произвести дважды. Милые дамы, как вы себя чувствуете, когда хорошо выглядите? Вы чувствуете себя уверенно. Если вы чувствуете себя уверенно, как вы действуете, как вы поступаете? Вы поступаете уверенно. Если вы поступаете уверенно, что вы получаете? Если вы поступаете уверенно, несомненно, вы получаете результат. Но если вы получаете результат, то как вы себя чувствуете? Еще увереннее. Вот и цикл замкнулся. Любой бизнес, любой путь, любая продажа, любой успех начинается с себя, со своего внешнего вида. Если хочешь быть успешным, изначально будь им. Выгляди как успешный человек, произведи первое впечатление. Если ты понравишься людям, значит, им понравится все, что ты предлагаешь. Начинать надо с себя, ты должен выглядеть как миллионер, тогда к тебе и деньги потянутся. Для того, чтобы ты преуспевал, ты должен быть, конечно, примером. Тебя заметят твои сотрудники, тебя заметит твое начальство, тебя заметят вообще люди, когда ты будешь не такой, как все. Тогда, когда ты будешь примером. Альберт Эйнштейн в свое время сказал, единственный способ обучать людей – это показать собственный пример. Как человек, который хочет достичь успеха, ты должен осознавать, успех всегда достигается в команде. У тебя должна быть команда твоих единомышленников, у тебя должна быть команда тех людей, которые поддерживают тебя, начиная с твоей семьи. Поэтому создай свою команду. Создай команду людей, которые верят в тебя, в которых веришь ты. И когда ты работаешь в команде, самое важное для лидера – это то, что ты должен всегда держать свое слово. Держи слово. Это один из моих главных секретов успеха. Ты всегда должен держать слово. Уронив оружие, ты потеряешь жизнь. Уронив слово, ты потеряешь уважение. Всегда держи свое слово. Будь осторожен со своими обещаниями. Ты всегда должен знать, что ты выполнишь свое слово. Кстати, пообещать и выполнить – это гораздо лучше, чем просто внезапно сделать подарок. Японский писатель Рюнасуке Акутагава в свое время сказал, «Если вы не сдержите свое слово, вы не будете пылать в яростном пламени ада. Вас кара постигнет уже на этом свете». Чем бы ты ни занимался своей жизнью, у тебя есть твой коллектив на работе, у тебя есть твои друзья. Если ты не будешь держать слово, то ты будешь просто болтуном. Для того, чтобы тебе было уважение, для того, чтобы ты мог расти по карьере, для того, чтобы тебе просто доверяли, ты должен держать свое слово. Если ты будешь держать свое слово, у тебя будет уважение. Если у тебя будет уважение, у тебя будет авторитет, у тебя будет рост, тебя будут любить, и к тебе пойдут деньги, к тебе придет успех. Ты должен четко понимать, что успех – это бег на длинную дистанцию. Что такое успех? Успех – это хроническое достижение цели. Если ты держишь слово, значит, на длинную дистанцию, на долгое время, на долгосрочную перспективу ты имеешь авторитет, тебе доверяют. Ты деньги будешь иметь всегда. Но если ты не сдержал слово, ты можешь сейчас не сдержать слово и разбогатеть. Но что ты будешь делать завтра? Что ты будешь делать завтра со своими партнерами? А что ты будешь завтра делать с теми людьми, которые уже будут знать о твоих поступках? Всегда держи свое слово. Многократно это вернется тебе через 10 лет, через 20 лет. Мой принцип – всегда держи свое слово. И я с удовольствием сейчас работаю с теми людьми, с которыми я знаком уже 20 лет. 20 лет я иду с людьми плечом к плечу. Я им смело смотрю в глаза, и мне не стыдно ни за одно свое слово, ни за один свой поступок.